Привет! Меня зовут Настя. Я давно хотела попасть в Норильский никель, потому что сама из Норильска и всю жизнь это было у меня на слуху. Я активно мониторила сайты поиска работы, пыталась найти контакты девочек из подбора. И у меня получилось. Нашла, написала огромное письмо и мне позвонили. Есть такой стереотип, что в Норникель можно устроиться только если есть связи. Я не согласна с этим в корне, потому что на собеседовании меня вообще не спрашивали, откуда я родом и где работали родители. Профиль, конечно, выбрала не просто так. Пыталась найти что-то около себя. Математика, HR-аналитика. Но, тем не менее, имея математическое образование, мне оказалось сложно из-за серьезности задач. Первое время я даже стеснялась приставать с вопросами к коллегам. Но я переборола в себе это. Я увидела, что рядом всегда есть поддержка. Стоит только обратиться за ней. Мое мнение, что здесь тебя могут услышать. Здесь ты можешь себя реализовать.